А что случится с водой, что ее меньше станет? Куда она денется? Отравит. Отравит воду. Отравит ее. Она будет... Сама природа. Это как наказание. Это... Она непригодна будет для питья. Люди отравили больше половины земли уже. Это беда. Это... искупление будет сейчас. Людей искупление за свои деяния. Это искупление. Это за грехи. За то, что они натворили. Да. А что ждет людей? Что будет происходить? В зависимости от регионов, в зависимости от места расположения того или иного населения. Вот с Курском, где Сережа живет, где Сергей живет. Что может произойти? Вода придет. Придет? Вода придет. Откуда она придет? Это с земли поднимется или что произойдет? С Атлантики. Или дождь? С Атлантики придет. Соленая? Холодная. Холодная соленая вода? Да. Накроет большую территорию земли. Как она, ну, высоко поднимется вода? В реках, в колодцах? Места есть 180-200 метров. Угу. А места есть 270 местами. Хорошо. А что с Москвой будет? Где московский регион здесь? Не до конца она дойдет до Москвы, там тоже будут. Угу. Все будет быстро. Быстро произойдет. Все. Не успеет никто ничего даже чихнуть. А когда это случится? Когда это случится? Скоро. Очень скоро. Может быть, год, больше, несколько лет. Или еще быстрее. Чуть больше года. Угу. Но ситуация может измениться. Да, все меняется. У нас все меняется, все быстротечно. Если люди не осознают, земля может погибнуть. Но такого не допустят. Это один из вариантов. Но так не должно быть. Мы должны жить и созидать. Да. Да. Это будет рукотворно или это природное явление? Это будет все вместе. Это будет постараются. Сначала хотят попробовать, а потом цепная реакция пойдет. Пострадает много людей? Да, миллионы. Начнется переселение? Тотальное. И где безопаснее всего находиться? Уже пути отхода есть. Власти знают об этом. Они уже формируют пути отхода. Да, у Путина есть там бункер на Алтае где-то. Как?
место Катун, я знаю. Катун, там есть целый город, поселение, большой город. В Алтае. Алтай, Катун, да. В лесу, замаскирован, но там целый город. Это как пути отхода, то есть, для избранных. Да. Избранные. Избранные. Так сказать. Приходила не Шерегеша, горная Шория. И прям во сне пришло горная Шория. Шаруга. Угу. Что-то такое. Ага. Шаруга. Или как она там еще? Шория вообще-то. Ну, Шория. Да, Шория. Рядом этот курорт Шерегеш, горнолыжный. Ну вот. Шерегеш. Да. То есть это место безопасное для жизни? Нет, не совсем. А почему приходило это имя Шерегеш и Шори, горные Шори, и там нужно быть в январе? 6 января там что-то будет происходить. Что это высшие силы хотели сказать? Января, что будет происходить? Вот Шерегеш, курорт. Павел знает. Горная Шория. Угу. Павел знает. Да, я знаю. Молчит. Хорошо. Да, я знаю. Хорошо. Молчи. Говорят, молчи. Да, не говорить про это. Да. Это сакрально, не надо. Хорошо. Если честно, даже если скажешь прямо, никто не поверит. Никто не поверит никогда. Да, на самом деле может быть вторжение. Тоже один из вариантов. Сережа видел это. И я тоже видел, да. Он видел. Корабль. Да. Большой черный корабль. Да. Давит, да, на планету. Да. Да. Он будет их людей сжигать, как спичек. Я видел это. Но я так понял, собирается некая команда противостоять этому. Да, есть светлые силы, которые готовы ждать. Даже если я сейчас скажу. Сейчас подтверждение придет. Архангел Михаил. Да. В помощь придет. Помощь придет. Большая надежда на него. Да, я тоже видел, что придет с мечом, с большим мечом. Человек и остановит этот корабль. Отрубит ему, как будто бы начало отрубит этому кораблю, но удар какой-то все равно по земле пройдет. От этого осколка этого корабля. Грохот будет сильный. Грохот, да. Грохот неимоверный будет. Так бабахнет, что все подумают, что это конец света. Надеемся на великую Божью благодать. Архангелу Михаилу. Большое спасибо. Большое спасибо, да. Большое спасибо. Большое спасибо. Он дал Сереже меч держать. Сережа меч держал его. Очень хорошо. Он держал меч.
Сережа знает, он сказал, что давно хотел. Он держал меч Архангела Михаила. Да, Сережа просил его, долго просил. И не один раз. И он соизволил прийти. Сережа благодарен ему очень сильно. Хорошо. Очень сильно благодарен. Архангела Михаила меч неимоверный какой. Там заключается столько силы. Божественной силы. Но у Архангела Михаила есть помощники? Да, да. Их много. Легионы. У них легионы, у него легионы там. Они воины света. Они защищают нас, да. Угу. Они всегда с нами. Если бы их не было, нам бы тогда никто бы не помог, как они. Это великие воины. Да, мне опять говорят, воины света. У Сережи есть с ними связь? Да, да. Да, он с Архангелом Михаилом, Гавриилом, он молится им постоянно. И благодарит постоянно. Откуда сны приходят к Сереже? Вещие сны. Кто их посылает? Информационное поле. Картинками идут. Он сам в него входит? В это поле? Да, но его направляют. А кто его направляет? С разных миров. А почему его? Почему Сергея? Пришло время. Пришло время. Что ему делать с этой информацией? Говорить. Говорить. Угу. Говорить. Тяжела информация. Тяжела с такими великими катастрофами. Он как звоночек для людей, чтобы приготовить людей, чтобы пришло осознание людям, чтобы не делать зло, чтобы люди вернулись к Богу. Создателю. Он видел все. Сережа все видел. Алкоголь ему помогает в этом? Нет. Нет. И без него хорошо, да? Видит? Да, да. И без него видит хорошо? Нет, нет. Она есть, там какой-то процент, вот говорит, там какой-то процент есть. Да, он там слышит лучше, но он нет, не надо. Не надо. Угу. Хорошо. Не надо. Скоро раскроется все. А что происходит сейчас? Почему так много событий стало происходить за последнее время? Время сжимается, время на исходе. Будет великий переход. Это цикл? Заканчивается цикл? И не только. Все связано. Все связано. Люди меняются. Жизнь меняется на Земле. Порталы меняются. Полностью все меняется. Все живое меняется. Все циклы.
цикличностью. Такое время сейчас. И никому, нам этого не избежать. Это все пройдут через это. Планета Нибиру. Она как-то повлияет? Говорят, в 23-м орбита ее сближается с нашей. С нашей Землей сближается ее орбита планеты Нибиру. Она раз в 370 лет прилетает. Это от нее все начнется? Это... Как сказать еще? Если захватчики придут, тогда будет горе. Да, да, она пошатнет орбиту Земли. Идет очень сильная, очень сильная идет притяжение магмы, и все начнет бурлить. Она уже почти на поверхности. Да, да. Даже ученые... Сережа видел это. Ученые сказали, что поднимается магма вверх. Сережа видел. Это будет... Да, Йеллоустон тоже бабахнет. Йеллоустон. Говорят, под Гренландией... Под Гренландией. Гренландия может лопнуть. Гренландия, да. Там под ней. Оттуда все. Шов пойдет. Шов такой... Трещина пойдет вниз. Да, Гренландия может лопнуть. И такой ледник пойдет на нас. И Америку. И Северный полюс, говорят, там тоже какие-то озера. Цепная реакция пойдет сразу. На полюсах. На полюсах тоже лава есть. Да, цепная реакция пойдет сразу. Где Гитлер прятался? Там тоже пещеры все от тепла. Всех зацепят. Сформированные. То есть это несколько лет нам остается. Все может измениться. А как повлиять, чтобы изменилось? Чтобы не так сильно было. Каким образом может человек повлиять, чтобы не так сильно было? Люди должны измениться. Хотя что это невозможно. Как же их за один год изменить-то всех? Всех людей не изменить. А было бы как красиво на Земле, как все это можно было бы отменить. Вот Сережа и волнуется за людей. Он хочет спасти Землю, матушку. Он видит это все. Он так хочет, постоянно молится за Россию, матушку, за всех. Он молится. Он просит Бога прощения, чтобы спасти людей. Он такие катастрофы видит, что это уму непостижимо. Бог его слышит? Да. Бог слышит. Бог с ним создавал эту землю. Хорошо. Да, он создавал. Это было давно. Он же помнит, Сережа помнит это все. Ему показали недавно. Да, да, как он реки, горы, леса. Какая красота была. Какая красота. Он все это создавал, да. Он художник, он создает. Мастер, да. Да, да, похоже на мастер. Он создает. Да, да. Созидает. Созидатель он. Созидает. Все бы так хоть половину бы старались так. Он всем говорит, меняйтесь, люди.
Наверное, чудаком считаю. Серёжа. Смеются. Смеются, а он не обращает внимания. Не надо обращать внимания. Не надо. Он хорош. Да. Великое таинство. Великое таинство еще предстоит всей земле. Что будет, никто не знает. Все варианты вам показаны. Если что, Сережа еще скажет Павел. Павел знает, ему говорят. Сережа знает. Эйва хороша. Эйва хороша, она прекрасна. Да. Она цветок жизни. Дима молодец. Дима молодец, он необычный. Он действительно необычный тоже. Почему каждую группу сейчас такие все приходят мощные, сильные? Пришло время, подбирают. Самые мощные, сильные приходят. Подбирают. Все причем. Это не просто так, это подбирают, пришло время раскрыться. Потому что мало времени осталось. Может быть, пришло время строить ковчег? Мы не спрячемся. Просто пришло время раскрыть души. Раскрыть души. Кто есть кто? Это истина. Истина хранится в нас, в нашей душе. И ее надо чем быстрее, тем лучше раскрывать. Чтоб потом была возможность и вернуться домой, и помочь другим. Это великое счастье, если бы вы знали, какое это счастье, то, что вы здесь и сейчас раскрываетесь. Не всем это дано. Люди, не всем это дано. Спящий. Ой-ой-ой, сколько спящих. Но это хорошо, что просыпаются люди. Да, правильно говорят светлячки. Эти светлячки еще много чего могут изменить. Они меняют мир в хорошую сторону. Их мало. Их очень мало. Побольше бы их. Набирай, Павел. Набирай группу. Набирай. Работай с ними. Эйва, ты тоже. Ты тоже можешь. Сережа мастер. Сережа мастер. Делает твое предназначение, что ты должен сделать. Что он должен сделать? Сделай эту чашу. Чашу. Сделай эту чашу. Это как чаша Грааля? Ну не. Да, да. Грааля. Да, это серьезная чаша будет. Чаша Грааля есть такой. Это такая великая чаша. И она не загорается, потому что ты ее еще не сделал. Тогда загорится твой камень. Хорошо. Ты можешь это. Хорошо, Сереж. Дима. Дима здесь. Дима. Он слышит. Дима. Молодец. Скоро ты все получишь сполна. Твое время пришло. Раскрывайся. Времени у тебя предостаточно. 5, цифра 5, что-то написано мне. Цифра 5, 5. 5 лет, да, 5. Пятерка, 5 лет тебе. Повышай. Повышай. Будешь магистром будешь. Да.
и магом, и магистром. В тебе все есть. Эва, да, Эва. Эва сильная, она... Она магистр. Да, Сережа все сказала уже, да? Да. Сережа сказала. Он сразу видел. Увидел. Да. Да, да. Павел, Павел, ты молодец, не останавливайся на этом. У тебя великий дар, за тобой смотрит. Ты все правильно делаешь. Все правильно. Хорошо. У меня руки как бетон. Благодарю. Сереж, думаю, потихоньку будем выходить. Уже почти 7 часов. Ага. Угу. Да, да. Благодарим высшие силы. Я благодарю всех создателей. Да. Все благодарю Архангела Михаила, благодарю всех. Я благодарю всех. И вы, Павла, всех благодарю, Диму, всех благодарю.